Заминированного метро стою с маловыразительной рожей на обычного прохожего похож. В руках холодное оружие, но не нож, а мороженое. Слушай, да, тебе принес. Скушай, простудишься и умрешь. Делаешь вид, что меня не помнишь, потом типа внезапно вспоминаешь, даже с ноги на ногу переминаешься. Игра на троечку, всюду сквозит фальшь, и даже влом предполагать, что будет дальше. В твоих глазенках желание разгорается. Но не чтоб я тебя жарил, а желание слать меня в задницу. И в метро не ногой, ходит транспорт другой. А на чем ехать домой, особо нет разницы. Такое неприкрытое желание уйти поскорей, что и смех и грех. Отвечаешь на дежурные вопросы скороговорками. Сунул руку в реку грек, повторяешь мне пора. Как заклинание, жетончик теребишь, как оберег. А я вспоминаю тот вечер и сам от себя начинаю течь. Заглянул на ваше второкурсное пати, отделать нечего. И теперь твои душеньки не мил. Прищиндал и в общей раковине мыл. Забивал на обходительность чувство меры и такт. Анонимус, ставь класс, если тоже делал так. Вслух оценил твой пердак, но он и правда отменный. Ты парировала про текущий чердак и про маленький член. И так нелепо, опять же, и так неуклюже. Думала минимум без руков и была максимум дюжев. Не помню, как тебя отутюжил. Ты говорила чего-то про встречу, про ужин. Я удалился тут же. В кружащейся голове навязчивый звук скрипучих пружин кроватей. Мороженое тает, вспоминаю классика, говорю тебе, нате. Неожиданно ты берешь упаковку, срываешь небрежно и ешь. Отрезаешь счастливо, не успела бронить через губ своих брешь. В попе слива, шутейка пропала, ты пошла торопливо. Я из виду тебя потерял, застегнул на все клепки ветровку и побрел покупать пол-литровую. Через час бомбануло метро. Упражняюсь без проков пророка, и мое третье око может лишь испражняться и вряд ли чего-то увидит. Как мне быть, что мне делать, если вдруг ничего не выйдет? Я женюсь на той толстой из вашей тоскливой тусовки. Наплодим дураков просто так для массовки. Сын будет ни во что не ставить, ходить в неприличные места. Не сумеет избавиться от хвоста по учебе в шараге. И будет меня перед фактом ставить, мол, батя, рулю ты пизда. А я по привычке про на сайты листая наткнусь на видяшки с чурками. И на заставке увижу дочурку. И без тяжести в сердце включу, посмотрю, не прокручивая, может, даже чуть-чуть подрочу. А потом, как поехавший, захохочу. Мотая, как пленку прожитая, я вдруг вспомнил метро и мороженое. Боже мой, так а что же это я? Может, ты съешь по дороге этот недорогой молочный продукт и сдохнешь, не оставив мне поводов ждать новой встречи, мой друг. И будет значительно легче смириться с вышеописанным сценарием. А может, просто глотку простудишь и сосать будешь реже чужие хуи разным гуманитариям. Позвонишь севшим голосом, скажешь: «Приветик, Сашок, спасибо, дружок, за клубничный рожок. Простудилась, спрошу, умираешь, надеюсь?» Ожидая, что ты просипишь в ответ, типа «нахуй пошел», ты ответишь: «Увидимся, может?» Я отвечу тебе: «Хорошо». Расплылся в улыбке, и звонок на мобиле поломал в голове все схемы, все векторы, все координатные оси. Я взглянул на дисплей, это ты. Охуеть, это ты. Это ты. И сбросил.